Дань памяти. Прикосновение к историческому прошлому Бобруйска традиционно стартует с посещения мемориала мужества и скорби. Место, пропитанное болью белорусского народа, никого не оставляет равнодушным. Здесь покоится порядка 20 тысяч человек, которые отдали жизни за наше счастливое будущее. Красные гвоздики одна за другой устилают знаковый комплекс. Случайно, что знакомство с городом мы начинаем с территории крепости, потому что здесь когда-то и появился Бобруйск больше 6 веков назад, и здесь строилась крепость, когда-то крепость первого класса. Поэтому все это не случайно. И это важно для тех, кто начинает свой трудовой путь в нашем славном городе Бобруйске. Старшая сестра Брестской крепости. Бобруйская цитадель – предмет внимания и с точки зрения истории и архитектуры. Обойти стороной один из центральных монументов города – табу. Крепость прочной нитью связана с событиями 1812-го Великой Отечественной войной. Для иногородних молодых специалистов арсенал фактов – предмет особого интереса. Мне город нравится, город красивый, город с богатой исторической культурой. Чтобы я хорошо принял город, сначала город принял меня. И принял он меня хорошо. Для нас организовывают разные мероприятия. То есть это турслеты, походы, экскурсии и многое другое. Бобруйск принял нас очень хорошо. По приглашению Игоря Николаевича мы побывали уже на хоккее. Сейчас для нас организовали экскурсию. Очень приятно, когда руководство города так заботится о молодых специалистах. Могу с уверенностью сказать, что здесь можно остаться и строить свое будущее. Территорию Бобруйской крепости новоиспеченные молодые специалисты изучают вдоль и поперек. Соборная площадь, комендантские офицерские дома, солдатские казармы приковывают взор неизгладимым отпечатком истории. Очень классно, что мы можем вообще собраться молодыми специалистами, как-то познакомиться вообще, познакомиться с городом, вообще с историей. Очень интересно. Это было достаточно увлекательно. От экскурсии я больше всего как раз и ожидал, что мы пойдем в Бобруйскую крепость. Сразу мы посетили мемориал в честь жертв Великой Отечественной войны. Потом посетили Бобруйскую крепость. Я в целом остался очень доволен. И даже погода нынешняя не смогла испортить этого впечатления. Культурный променад по историческому прошлому объединяет порядка 70 иногородних молодых специалистов. Несмотря на разные сферы деятельности, экскурс фокусирует внимание на одном. Стремление глубже узнать летопись города, где предстоит строить прекрасное будущее. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Бобруйск, 360.